Доброе утро, сейчас на часах 6:38, мы уже сидим в машине, выдвигаемся с вещами на вокзал, потому что сегодня мы отправляемся на Todes Fest 2018, который будет проходить в Воронеже, а 8 поезд уже у нас отправляется, все мы собираемся все с нашей группой на вокзале, поэтому сейчас мы едем прямо туда. Нифига себе, тебе огромный чемодан. Вагон, кажется, Тодоса. Да. И все последующие тоже. А, здесь есть разные классные штуки. А вот здесь шоколад, да, капучино, да, все. Мы. Нам подходит, ребята, этот поезд, мы остаемся. Симона, куда мы едем? Симон. Не знаю вообще. Не знаешь? Куда мы едем? В Майами? В Майами? Ну, если в Майами, то да, держи. Точно в Майами? Симон, мы точно в Майами? А, в LA? Я хотела в Майами. Следующий. Ура, мы едем с Симоной в LA! Пойдем, давай, тур. Что там? Второй этаж. Наше путешествие по поезду не удалось. Здесь все видно, я будто в облаках. Двери, вау, мы путешествуем. Ой, двери открываются. Тише, тише, тише. Очередная дверь. Быстрее, открыть, открыть. Мы уже все собрались, оделись, взяли свои вещи. Сейчас мы уже приехали и будем выходить. Блин, там так холодно. Я не хочу выходить, ребята. Время смешных шуток. Нас спрашивают, вы ничего не забыли? Мы такие типа, нет, кроме своей совести и умения танцевать. Дань, вот, пожалуйста, сними мой чемодан. Сними, пожалуйста, мой чемодан. Угадай, какой из этих чемоданов мой, Дань. Как ты думаешь, какой мой? Блин, да ты не тот. Обратно поставь. Да-да-да, вот этот мой, наверное. Блин, хороший выбор, Дань. Большое тебе спасибо. Да. Смотрите, у кого-то такой же чемодан, как у меня, только маленький. А это мой чемодан, блин. Чемодан? Я говорю, типа, у кого-то такой же чемодан, как у меня. Ты чувствуешь Воронеж, да, я? Я вижу Симону. Мы в Воронеже, Скива! У меня есть палка. Симона, мы в Воронеже. Симон, мы точно в Воронеже? А может, мы в Майами? Мне кажется, мы в LA хотели, нет? Журуй! Симон, в смысле не в LA? Эрик, скажи пару умных слов, пожалуйста. Первый раз в жизни, давай. Давай. Симметрия, мы сейчас находимся в городе Воронеж. Ага. Приехали на фестиваль, мы будем танцевать. Я не знаю, что происходит с погодой Воронежа, но здесь все очень плохо. Смотрите, пандус для багажа. А где панда? Где панда? Где? Ура! Скива, садись, 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 садись. Мы заняли классные места, да, Скива? Я чуть не в окна. Я тоже. Я в центре, Эричек. Я в окна. Давай. Ребята, мы приехали. Тащить чемоданы по снегу я не могу. Скива, ты рада. Почему ты в углу стоишь? 224. У меня какой-то ступор произошел. Я помню, как я сидела здесь на полу и ползала. Сюда, 220, давай быстрее, чуй, быстрее. Мы в какой-то жопе. В смысле? Ну ничего, мы сдвинем кровати. Или будем спать на одной? У нас две кровати, а нас трое. Нужно сейчас будет... Эта тумбочка, она прилеплена или нет? Прилеплена, прилеплена. Огонь! Ну, вот так, в принципе, выглядит наш номер. Давайте посмотрим прекрасный вид. Сейчас там стройка опять будет. В прошлом году здесь была стройка. Они построили, наконец-то, этот дом. Хватит. Смотрите, туалет. Там ванна или душ? Душ, конечно. Подождите, я не то включила. Вау! Посмотрите, это наша... Мы ведем тур. Мы не ведем тур больше. Я даже не расселась, подождите, сейчас. Все, давайте, раз, два. Она такая мягкая, такая классная. Больные.
Ольгу. Да! Мы дорады. У нас номер 2, 2, 4. 2+2=4, кстати. Мы такие щитоводы. У нас очень классное окно, которое освещает вид. У нас есть, в принципе, свободный день, точнее, чтобы помыться, типа расслабиться, поспать. Вот, и подготовиться к завтрашнему сложному дню, потому что завтра у нас будет батл. Сейчас мы не знаем, мы, наверное, будем просто валяться. Итак, сейчас мы скоро будем уже ложиться спать. Время чистить зубки, да, Скиба? Да. Почему сейчас часы в Халка превратились? Познание мира с Эриком. Даже с Эриком. Не-не-не-не. Тема. Надо вот эти, чтобы блестели. Фирмы маленькие. Я хотела красивое видео, девчачья, как мы зубы, блин, красим. Хотели красить. Можешь, пожалуйста, красиво по-девчачьи сделать? Нет, Эрик, блин. А судьба через полчаса. Я забыл номер своей комнаты. Все, мы почистили зубы. И кажется, нам селит Эрик сделать кому-то прическу. Надо же. Эрик. Нет, у меня делать прическу, смотри, Катя. Ты слишком востребованный у нас в номере. А еще у нас офигенный просто свет в туалете. Я прям оценила. Мы можем тусы устраивать. Мы уже въехали в отель, устроились, разложили везде свои вещи. Мы недавно сходили на ужин, и сейчас будем готовиться уже ко сну. Потому что завтра очень тяжелый день. Завтра день батла, поэтому да, пожелайте нам удачи. А мы пошли спать. Всем спокойной ночи.